Ну что ж, всем здравствуйте, дорогие друзья. Вот и вышел ремейк третьего Резидента. Так что, давай начинать игру. Так, значит, что у нас тут? Автонаведение, восстановление здоровья, стандартный режим хардкор. Враги сильнее, предметы и боеприпасы попадаются реже, вы создаете меньше боеприпасов. Для уверенных в себе игроков. Да. Capcom представляет. Эпидемия распространилась быстрее любой болезни. Расходитесь немедленно. По городу бродят разъяренные толпы, горят здания. Власти ожидают сегодня новые беспорядки. Пылают пожары, бесчинствуют мародеры. Он потерял сознание, лицо сильно расцарапано. В городе объявлено чрезвычайное положение. На юго-западе США объявлен карантин. Власти не могут сказать. Честность, принципиальность, верность делу — это главные ценности, лежащие в основе Umbrella. Японская озвучка, да, ребята. На этом фундаменте мы продолжим строить светлое будущее для всех. Stars. Вот это вот, да? Вот это вот. Это они типа не месяца, что ли? Перетаскивают. Да, биооружие. Картридж. Нифига себе картридж. Я очень надеюсь, что он будет орать Stars, как он это делал в классике. Я уже кое-что заметил. Вот второй ремейк, ремейк второго Резидента, ремейк третьего объединяет две вещи. Я сейчас даже не про графон, который, ну, видно, что хороший, а про то, что звук на 100%, на 100% понижать не надо. Типа, он прям идеально подобран. Не орет, но и слышно нормально. Так, давай окно закроем, а то накапает сюда. Картины тут... Почему-то такое ощущение, что угол обзора небольшой. Или мне чудится. И почему-то размазанный текст. Хотя вроде как разрешение высокое. Что такое? Как открыть? А. Оп. Джилл Валентайн. Здравствуйте. Умыться. Как там зомби захватили город? Я все еще жив. Опа. Что за глюки? Такого в классике не было. Или это ясница? Ясница, наверное, это, да? Это и точно снит 100%. Она сейчас проснется, наверное. О! Заработалось. Черт.
С каждой ночью все хуже. Еще 3 дня, и я попрощаюсь с этим городишком. Да, пожалуй, не попрощаешься. Этот городишко... Этот городишко еще тебе нервы потреплет. Слушай, и правда, что-то как будто... Ну-ка, погоди. Не, разрешение большое. Нормально все вроде. Так, что, умываться пойдем или что? Темно. О, свет. Это больше не на переключатель было похоже, а на какой-то рычаг. Сообщение от коллеги. Джилл Валентайн. Эй, горячая голова, как дела? Все никак не могу поверить, что Айронс отстранил тебя. Какая чушь. Да, он должен медаль тебе дать за то, что ты выбралась из этого ада в июле. Конечно, ты будешь копаться и задавать вопросы. Надеюсь, ты не злишься, что я не вмешался. Все произошло так быстро. Старс были гордостью полиции. Когда шеф распустил нас, ни с того ни с сего, у меня не было сомнений, что я уж точно потеряю работу. Говорят, ты собираешься покинуть Ракон Сити. Я так и подумал, что ты не смиришься с отстранением. Просто пообещай, что будешь начеку. Амбрелла не будет сидеть сложа руки, пока ты пытаешься уничтожить их бизнес. Береги себя, Джилл. Брэд Виккерс, отряд Альфа Старс, сейчас и навсегда. Постскриптум. Пришлось подсунуть эту записку разносчику пиццы, чтобы меня не засекли. Наслаждайся мегамясным шиком. Это от меня и ребят. Че, можно пиццу поесть? Можно? Нет, пиццы поесть нельзя. Жалко. Спагетти. О. А что, есть что поесть? Какой-то вот, я вижу, хлеб у нее тут. Всякая всячина у нее тут, я смотрю. Сон повторяется, да? Она уже как-то, ну, с опасением, я смотрю, свет включила. Она же помнит, что ей снилось... Угу. September 28, 2007, Ракун Сити. Кто это еще? Так, мы бегать умеем или не умеем пока? Распечатанный конверт. Они не выпускают меня из дома. Да сейчас, погодите, хватит звонить. Парни в окне через улицу следят за мной круглые сутки, 7 дней в неделю. Это люди Айронса, Амбрелла, я не знаю, да и разницы, в общем-то, никакой. Я знаю, что они пытаются сделать. Они хотят подавить меня, замучить так, чтобы добиться согласия. Это работает. Я с трудом могу есть и спать, я схожу с ума, я чувствую себя ходячим трупом. Но я не дам им победить. Мне нужно выбраться из города и найти способ привлечь их к ответственности. Конечно же, они пошлют кого-то, чтобы заставить меня замолчать. Если дойдут слухи, что меня убили, или что они там делают с такими, как я, тебе нужно продолжить расследование с того момента, где я остановлюсь. Мои файлы зашифрованы. Они расскажут все, что тебе нужно знать. Если этот пакет не перехватят, я уезжаю ночью, через 5 дней. Пожелай мне удачи. Так, я думаю, нужно чувствительность мышки повысить. Иду, иду, иду. Алло, Джилл, ты в порядке? Брэд, это ты? Слушай, тебе надо выбираться оттуда. Ты о чем? Нет времени объяснять, выбирайся оттуда сейчас же. Ладно, дай только захватить. Старс. Вот это я понимаю. Ну это вряд ли поможет.
Это он ее еще жалеет. Мы же все знаем, на что способен этот тиран. Что это за чертовщина? О, рефлексы. Надо выбираться отсюда. Stars. Пробел. Какого черта? Ее прям крутит из-за того, что она ранена. Ничего себе. Щупальца пошли. Он ими может притягивать. Еще кислотой может обливать. Хотя, по-моему, рано для щупалец. Обычно он мутирует до состояния щупалец, когда ему урон наносишь. А, нет. Он и в первой форме может ими пользоваться. Он обычно так добивал, я помню, в классической игре. Так, ладно. Ну не. Так, я так полагаю, что я бегу с максимальной скоростью, да? Из огня да в полымя. Какого хрена? Получено достижение. Покиньте город, цель. Джилл, сюда. Брэд. Ты в порядке? Понятия не имею. Но у нее, похоже, зуб на двух последних Старс в городе, тебя и меня. Я отсюда валю. Ты только посмотри вокруг. Чем дальше будем тянуть, тем сильнее завязнем. Почему все произошло так быстро? Не знаю, но беда никогда не приходит одна. Тут прямо Арклей на стероидах. Бег, shift. Ох, чтоб тебя. Это должно быть сон. Как столько людей могли заразиться? Брат, они прорвались. Сюда. Их слишком много. А мы ранены, у нас нет оружия. Но это вряд ли поможет, то, что он кинул. Движи спиной, скорее. Брэд! Слушай, они его кусанули. Не думай об этом. Нужно бежать. Да ладно, Джилл, мы оба знаем. Нет, не знаю. Мы ведь команда, конечно. Тогда будь добра, не облажайся, как я. Иди. Прости, Брэд. А разве его не тиран должен разместить? Вот. Извините. Учим японский заодно, да? Черт. Ну вот и все. Вот и все патроны. И хватит.
Control? Нет? Вообще в Резиденте тут, я так понимаю, в зомби стрелять смысл особого не всегда есть смысл. Эй, вы там внизу, идите на крышу парковки. Парковка, ясно. Рюкай, да. Сэр, вы в порядке? Уйдите, не подходите ко мне. Услышали, что они сказали. Вертолет доставит вас в безопасное место. Никуда я не пойду. Парковка недалеко, я вас провожу. Безопасно только здесь. Ну да. Конечно, ну да, конечно. Сэр, как вас зовут? Я не могу бросить вас здесь. Дарио Россо. И так я вам и поверил. Вы просто хотите украсть мое убежище. Сами свое ищите, дамочка. Дамочка? Вы можете успокоиться? Есть полиция. Я пришла вам помочь. А, ну, получается, у вас хреново. Хотите помочь? Прицепите себя наручниками к одному из этих уродов. Сэр, это ваш последний шанс. Никто больше за вами не придет. Я никуда не пойду. Я лучше помру здесь с голоду, чем пойду на корм одному из этих монстров. Оставьте меня в покое. Все. В классике эта локация была явно больше. Патроны для пистолета. Перезарядка. Собачки. Слушай, нифига себе, как они близко-то, а. А, так я еще на... Я же на хардкоре играю, поэтому... Чё им, эти выстрелы мои? Как слону дробина. От них тут надо, ну, больше бегать, чем месить. У трупов, кстати, могут быть патроны. По идее. Опа! И потом она же ножом вроде могла бить, нет? Черт. Кусанули. Я думаю, когда будет дробовик, будет полегче, потому что... Ну давай. Потому что если им мозги снести этим зомбарям, то они, скорее всего... Сразу же и это. Отключатся. Эй, я здесь. Эй, залезайте. Ну так. А вы думали, она так просто сбежит с города? Не, так не пойдет. Иначе бы этой всей истории не было. Это же этот сделал, да? Тиран с базукой, да. Извините. Ксо! Моя очередь, сука. Тихо. Ну да, немножко мы перевернулись. Ему-то пофигу. Это понятно. А он-то помнее предыдущего тирана будет. У него котелок варит.
Эй, урод! Брэд, да? Это Брэд? Нет. Ну да. Нам как бы намекают, что ракетница, типа, она его, ну, на время глушит. Эй, полегче. Девушка, я помогу. Кто вы? Что за дела? Меня зовут Карлос. Я вас спасаю. Идем, я отведу вас в безопасное место. Ну, просто выключился. Есть на кого опереться. Достижение. Так, похоже, он от нас отстал. Надеюсь. Мы собираем здесь выживших. Где это здесь? Мои ребят переоборудовали пару вагонов убежища. Здесь безопасно. Я в порядке. Личное пространство, понимаю. Ладно, идем. Идите за Карлсом. Ну как же так? Какой придурок их закрыл? Придется в обход. Так что тебе известно об этом монстре? Ничего, никогда еще такого не видал. Но это не зомби, он знает, чего хочет, и не остановится, пока это не получит. Разве тебе не нравятся такие мужчины? Нет уж, спасибо, он весь твой. Поверь, ты попала в надежные руки. Я из корпорации Umbrella, отдел противодействия биологическим угрозам, сокращенно UBCS. Ты шутишь? Шутишь, черт тебя подери, это все случилось из-за вас. Стой, о чем это ты? Доверять мне не обязательно, но я иду в убежище. Ты со мной? Идем, нам сюда. Ну, история уже немножко другая. Потому что сюда мы рановато пришли. Эй, капитан! Этой красотке не помешала бы наша помощь. Это Билл из ДБД. Ну, точнее, из Left 4 Dead. Карлос, ты даже не поинтересовался у красотки, как ее зовут? Она элитный боец Старс специальной тактической и спасательной службы полиции Raccoon City. Ее зовут Валентайн. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS, Михаил Виктор. Так ты Михаил или Виктор, определись. Мою команду послали сюда спасать гражданских. Ясно, и как успехи? Город полностью отрезан от внешнего мира, изолирован. Большая часть из сотни тысяч граждан погибнет, или точнее говоря, станет зомби. Мой взвод сильно потрепало, даже их уберечь мне не под силу. Можете поблагодарить за это свое начальство? Ну да, мы делаем все возможное, если сдвинем с места этот поезд. То сможем эвакуировать выживших. Но нам нужна помощь, в одиночку мои ребята не справятся. Ладно, я помогу. Я на их стороне, не на вашей. Да ладно, все в порядке. Мы тут все заодно. Спасибо, Джилл. Ладно, суперкоп. О, держи. Это чтобы оставаться на связи. Я умею пользоваться рацией. Так, перво-наперво. Тебе нужно экипироваться. Поднимайся на улицу, там ты найдешь припасы. Ладно. А может вылечить? Не? Немножко лечения. Порох в полевых условиях. Инструкция UBCS по приготовлению пороха. Если на поле боя заканчиваются патроны, пушка превращается в бесполезную пукалку. Не хочешь сдохнуть, запиши себе на подкорку эти формулы. Пуля для пистолета 2 пороха, патрон для дробовика порох плюс высококачественный порох, патрон для револьвера, высококачественный порох 2 штуки. Подготовились и вперед, накормим мертвяков до отвала. Главное, самим не пойти на десерт. Рёкай.
Первая полоса желтой газеты. Каннибалы-убийцы, неаппетитная история. Туманным утром 25 сентября в полицейский участок Ракун-Сити позвонил взволнованный горожанин. Произошло дерзкое нападение. Некий растрепанный бродяга напал на прохожую к северу от художественного музея Лэмс. Прибывший на место офицер полиции обнаружил в мусорном контейнере изуродованное и расчлененное тело женщины, покрытое следами множества укусов. Очевидно, несчастная была съедена, и это третий подобный случай в Ракун-Сити за последний месяц. Так кто же виноват? Кто превращает людей в стейки? Нас в Ньюс-Комет гложет чувство, что больным так называемой каннибальской болезнью, которых, по идее, с августа бесплатно лечат в Спенсер Мемориал, стало не хватать еды в больничной столовой. Наши репортеры отправились в Спенсер Мемориал за правдой и вернулись с добычей, от которой у вас, дорогой читатель, волосы дыбом встанут. Подробности на следующей странице. Как будто реально расплываются вот эти некоторые предметы. Или мне чудится? Джилл, это снова я. Ты уже поднялась? Как раз этим занимаюсь. Какой у нас план? Старый здоровяк помог расчистить пути. Можем попробуем... И как это сделать? Сначала остановим подачу электричества. Как доберешься до главной улицы, я расскажу, как попасть к подстанции. Поняла? Постараемся побыстрее. Восстановить питание с подстанции. Эти, как их... Как называют? Субтитры бы помедленнее. А так вообще нормально, все идеально, отлично. Так-с. А красных лечилок еще пока не будет, да? Я не могу, да, ножом вскрыть этот... Или это вообще какой-нибудь типа прикол по типу, ну, там, пройди игру или там уничтожь Немезиса и выбей из него что-нибудь. Ну, я так понимаю, да, мы пока не можем. Объединение предметов. Некоторые предметы можно комбинировать с другими как для освобождения ячейки, так и для создания совершенно новых предметов. Для этого нажмите плюсик «Объединить». Так, ну это понятно. Это порох и порох. Правильно. Порох и порох. Но мне кажется, лучше подождать. И найти дробовик, и уже тогда объединять для дробовика. Так что... Да, Витя наможет ножом. Вот, пожалуйста, как бы... Ножик четверочка, да? Видимо, пока нельзя открыть эту штуку. Травы в полевых условиях. Мы в UBCS не терпим нытиков, которые ползут на базу после каждой царапины. А что они сразу к мамочке? Те, кому обрыдло... Слово какое-то новое. Материнское молоко. Пусть запоминают эти рецепты. Зеленая трава, X2, мощная микстура. Микстура максимальной мощности. Зеленая трава плюс красная трава. Либо зеленая трава X3. Целебный спрей. Самостоятельно его не приготовить, увидишь, бери. Пока все. А теперь заканчивай и пошли пить пиво. О! Это нам надо, да. Во! Музычку оставили. Хорошо. Можете сложность... Вот. Самая главная сложность пишут. Вот это мне... Вот это я ценю. А, да-да-да. Только эта штука не здесь была, по-моему. Значит, мы сюда еще вернемся, правильно? Kite Bros Railway. Я, наверное, даже смогла бы включить эту штуку, если бы знала, куда вставлять. Так, ладно. Больше тут ничего нет, да? Такого. А, на столе, кстати, надо смотреть. Я так понял, что сохраняться мы можем тут бесконечно. Потому что у нас нет ленты. Ау! Упростили, упростили.
Хардкор без ленточек? Еще выжившие. Надо завести уже этот поезд. Быстрый шаг. А, то есть у нее еще уклоны есть, да? Ну вы же понимаете, что я на вот этого чудовища не буду тратить патроны. Зачем? Зачем? Зачем оно мне надо? Слушай, а может и надо? Тихо. Они же мне не дадут пройти. О. Слушай, ну можно и так, кстати. Если тут уворачиваться так можно, то... А увороты, кстати, тоже игру упростят. В классике никаких уворотов не было. Ты либо попадаешься, либо... либо не попадаешься. Да так получается, если тебя зомби в угол загоняют, ты можешь просто взять и так вот... рывочек сделать и все. Да, опять закрыто. Ракун Тумс. Ну, здрасте. Этот, надеюсь, ничего, это, ну, не проснется. Карлос, я на главной улице. Куда дальше? Видишь высокую опору линии электропередачи? Подстанция там. Чтобы попасть туда, проберись через переулок. Через переулок, в котором пылает огонь? Возможно, у каланчи вроде тебя мелкие огоньки не помеха. Да пошел ты. Я что вспомнил? Может, в ноги лучше стрелять, чтобы они падали? Просто, ну... В ремейке можно им было ноги отстреливать. Это нужно вытащить. Да серьезно. У меня нет ничего, что нужно здесь. Мелкие огоньки не помеха. Может, в машине что есть? В багажнике. Ну вот. Ну как так-то, а? Есть мысль. Хорошая мысль. Ой, тут их что-то многовато. Да, кстати, тут порох тоже легко делать. Так, надо хоть куда-то. А карта тут есть, интересно, нет? Есть тут карта. И почему я слышу что-то очень близко? И вот еще интересно что. Насколько хорошо она орудует ножом. И почему вот эти вот штуки здесь? Кого-то жрет. Тихо. Тише. Все-таки он на меня наступил. Вот тварь какая, а.
Основы химии. Порох. Я пока не буду тратить. То есть их можно крутить вот так вот, да? Хорошо. Спокойно. Не надо. Они могут это. Я не знаю, тут, если тут механика, как во второй части, то ладно. Если нет, они даже не вырываются сюда, кстати. Во второй, в ремейке во второго, они, мне кажется, уже давно бы сюда ворвались. Смотри. И тут открывать надо. Замысловатая коробочка. Некуда, да? Некуда класть. Ну, мы порох будем складывать, коллекционировать. Так, коробочка. Внутри что-то есть. Ну-ка. Любой предмет можно осмотреть, изучив его. Так. Красный камень. Похоже, его можно куда-то вставить. Мы прекрасно знаем, куда. Так. Сохранялочка, да? Слушай, а мне придется же это дальше, да? Я надеюсь, они меня в угол не заг... О! Загнали в угол твари. Так, я понял. Сюда я зря пошел. А, чё? Сейчас все будет, ребята. Давай, давай. Паровозиком. Во! Все, да? Успокоились? Ранило... Ой, меня ранило... Очень фигово, кстати, все. Там одна ошибочка. Вот я вот к этому подойду. Если он меня это... цапнет, то все. Они мешают мне осматривать карту. Вот в чем проблема. Понимаешь? Сейчас одна ошибка, я... Опа. Ага. То есть все-таки можно им отстреливать ноги. Ладно. Ну вот и пусть ползает. Он хотя бы не так сильно мешаться будет. Пожарный шланг.
О, это мы знаем. Это мы знаем, куда. Записка работника метро. Беспорядки за несколько дней превратились в катастрофу. Пришлось купить дробовик. Вдруг совсем беда начнется. Запру его пока в оружейной стойке. Думаю, мародеры не доберутся. А пока поищу патроны, где только смогу. Когда начнется, обрежу цепь. И вот он, голубчик. Молюсь, чтобы мы все выжили. Дробовик! Нужно об... использование сюжетных предметов. Так, с помощью предмета выберите его и нажмите «Использовать». Но у меня его нет. У меня есть шланг. Но это для гидранта надо, для пожарного. Порох. Ручная граната. Чё, ничего, сейчас игра пойдет. Как только дробовичок получим, сразу и весь порох просто. А, высококачественный же нужен, точно, а не просто. Успокойся. Эй! Ее так мотает. Хотя странный вопрос. Понятное дело, ее мотает. Так, подожди, я начинаю блуждать. Только не вырывайтесь из этой двери, пожалуйста. Ну, здрасте. Ну, я так не играю. Мне нужна лечилка. Ну, или придется месить. Ну? Слушай, он издевается надо мной. Ой. Ой. Может, тут не один, да? А-а-а. Привет, Чарли. А я думаю, что это там шумит? Даже не думай. Порох. Дневник владельца аптеки. 24 августа. Новый тоник для волос от Umbrella просто сметают с полок. Хотя неудивительно, их продукт всегда работает на ура. Вот я и заказал большую партию. Уверенность окупилась буквально. Продажи растут и вырастут еще, когда все узнают. Поговаривают, что где-то случились беспорядки. Надо подумать, не купить ли сейф для пущей сохранности такой кучи денег. Новый сейф идеален. Никто не знает код, даже моя дорожайшая женушка. Этот секрет я разделю только с королевой Аквакьюа. А она никогда не скажет его ворам. Ну вот это вот, типа, подсказочка, Aquacure. Но это надо... Вообще, можно было бы пересмотреть классическую игру, но это не интересно будет так. Давайте лучше найдем сами. Найдем, скажем так, заново. Тем более, что разработчики могли код изменить. Специально.
чтобы неповадно было старые по старым играм определять. Кот. Так, подожди. О, я тут был. Мне нужно гидрант искать. Что ж такое? Че, убил, что ли? Прикинь. Так, отвалился я здесь, да? О. Что это проблема? А, они туда не идут. Эти ребята туда просто не идут. Угу. Хм-хм-хм. Это хорошо. Так, мне нужно вернуться назад. Там где-то был гидрант. А карта... А карты тут, возможно, нет. Нет, есть, буква М. На карте отображается не только ваше текущее местоположение, здесь также можно найти все ключевые места и найденные, но не поднятые предметы. Сейф. Патроны для пистолета. А, да. Я патроны для пистолета не подобрал. Так, а это что? Ящик, порох, пожарный гидрант. Вон оно что. Так. Сейчас, подожди. Сейчас подумаем, как сделать. Давай все-таки мы вот так сделаем. Потому что пока нет. Ага. Как бы нам пойти, значит? Патроны. Сейчас сделаем. Ой. Тут еще живая. Как, а почему она живая осталась? Так, 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 так. Вот надо было раньше карты пользоваться. Ух ты! А что это, в смысле? Нам надо куда? Сейф. Нам надо к гидранту. Либо может дальше пройти, посмотреть, что тут еще есть. А что тут мы не были? Так и думал. В принципе. Проблема в том, что он меня сейчас это в угол загонит. Мне оно не надо. О, вот это мне надо. Так, слышишь ты? Мешаешь. Мешай. А, чё я смотрю, если я могу вот так сделать? Тик. Да, я спокойно могу теперь это.
Главное не сгореть от них. Ой. А здесь ничего нет все равно. Так, значит, здесь мы осмотрели. Можно пойти назад через магазин. Печатная машинка. Ящик. Вот сюда можно пойти. Это нам надо, получается, назад идти. А, здрасте. Сейчас мы обойдем ее. А можем здесь пройти, кстати? Нет. Нам нужны эти клещи. Ага. Здесь вот ребят много. Это проблема. Это прям проблема, слушай. Как мне от них избавиться? Никак, что ли? О, голова взорвалась, отлично. Слушай, ну я на тебя сейчас все патроны потрачу, ты чё? Ну-ка дай, открой. Все, хотя бы чтобы один был. Десять патронов. Так, вроде как мы более-менее... Это гидрант? Да. Это гидрант. Так-с. Вон там. Восстановить питание с подстанции И. Замки. Вот как эти замки открывать? О. Высококачественный порох. Давай сделаем для дробовичка. О! Вот это красиво. О, кусаки. Болторез. Красота. А, игра же считает, сколько сохранений, потом... Я понял, и, типа, чем больше сохранений, тем... Кто здесь? Тем это... Там, ранг... Хуже. А болторез, мне кажется, тут не поможет. Надо идти дробовик искать. Я об этом пожалею явно. Вы из UBCS? А, поосторожнее. Вот только не надо так на меня смотреть. Так, давай разберемся. Нет, нет, погодите. Какого черта? Он был заражен. Возможно, заражен. У вас в Старс все такие тряпки. Неудивительно, что у вас так много полегло. А вы откуда? UBCS? Убивайте своих же? Он бы обратился. Где ваш инстинкт самосохранения? Возвращайтесь на станцию метро. Нам здесь сердобольная дамочка вроде вас не нужна. О, смотри, что есть. Дробовичок. Дневник тренировок.
10 июля, 90 кг, 12 кругов пробежки по двору, 2 повтора. Выкусите, Ренга. Umbrella Corporation только что взяли меня на работу. На работу. Походу, пожизненное заключение за убийство 20 насильников их не остановит. Я только за. Всяко лучше, чем просирать остаток жизни за решеткой. Надо привести себя в форму. 26 июля, 89 кг, пробежка 20 км, 3 повтора. Стрельба в цель с 350 метров, 5 промахов. Вчера откинулся и отправился в тренировочный лагерь UBCS. Стрелял там впервые за 2 года. Промазал по неподвижной мишени с 350 метров. На 10 сантиметров. Небывалая хрень. Я будто все забыл. Пофиг, меткость вернется. Вот увидите. 15 августа, 86 килограмм. Пробежка 30 километров, 3 повтора. Стрельба в цель с 550 метров, 2 промаха. Ладно, кучность стрельбы дошла до 7 сантиметров. Приятно, приятно. После обеда мне устроили первый учебный бой. Капитан и остальные нормальные пацаны, а в бою просто звери. Но этот псих Николай отморозок конченый. Он закрылся мной от пули ради пары дополнительных очков. 25 сентября, 82 килограмма, пробежка 30 километров, 4 повтора, стрельба в цель с 550 метров без промахов. Мерфи вернулся, больше никаких промахов. Завтра отправлюсь на первую миссию, подавлять беспорядки в Ракун-Сити. Джимми бы это понравилось, братишка всегда рвался помогать людям, пока эта уличная сволочь не отобрала его у меня. Моя очередь творить добро, так как я лучше всего умею. Так... как я лучше всего умею. О, вот так правильно. Подожди, а где мы? Автосервис? Автосервис, да. Так. А, ну правильно, наверное. Стоп. Что не так? Обычный замок. А, поэтому красненькая. Поэтому и красненькая. Предсмертная записка UBCS. 28 сентября. Ближний Восток, Восточная Европа, Восточная Африка. Я думал, что знаю, что такое ад. Полагаю, что не сломаюсь, чтобы мне не пришлось пережить. Но эта работа, она должна была быть легкой. Быстрые деньги, я это заслужил. Все произошло внезапно. В нашем взводе было 30 ребят. У каждого не винтовка, произведение искусства. Но всех нас положили меньше, чем за 48 часов. Я видел всякое дерьмо и знаю, что дальше будет хуже. И если это только начало, зовите меня трусом. Плевать, другого выхода нет. А лишь бы мое тело не встало после того, как я нажму на курок. Так, подожди, а там тупик, что ли, дальше? Записка электрика. Общественные генераторы предоставлены гильдии электриков Ракун-Сити. Отключения света продолжаются, и гильдия решила на временной основе расставить в городе несколько электрогенераторов. Их может использовать любой, но помните, что они работают с высоким напряжением. Если генератор заклинит или в него попадут пули, любой человек, стоящий поблизости, может получить удар электрическим током. Дописано от руки, ясно? Если генератор сыплет искрами, не подходите к нему, не глупите, безопасность превыше всего, как говорится. Если мы переживем этот бардак, я смогу продать кучу сломанных генераторов со скидкой. Ваш электрик, Сэм. Плохо дело. Патронов нет. Атлас. А если еще раз в него стрельнуть, то ничего не будет, да? Мне сейчас вот вообще не до них. Вот вообще не до них. Мне нужно дробовик искать срочно. Подожди, так это мне возвращаться надо.
постамент, обычный замок. Печатная машинка. Это мне, походу, придется возвращаться. Вот мы и пришли. Так. Замечательно. Дробовичок. М3. Вот теперь с зомбиками, я думаю, проблем не будет. Так, и теперь надо искать порох и высококачественный порох. Ну и, понятное дело, искать что-то. Главное, чтобы этот сейчас меня не это. Вот. Вот, сразу же ворвался. Ну давай. Вот, 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 вот. Вот это нормально. Вот так с зомбиками и надо. Это я так и подумал, что, кстати, ну, я не удивлен, что после того, как я подобрал дробовик, сразу зомбик вырывается. Это нормально. Так, здесь где-то... Здесь где-то нам надо искать... Здесь ящик какой-то. И патроны. Ага, порох. А, здесь же еще вон что есть, смотри. Я про это как-то и забыл. Бочечка. Эй, ребята. Ребят. Идите-ка сюда. Ой, да ну. Слушай, вот это они, конечно. Я сейчас красиво. Красиво этот разрулил эту ситуацию. Ручная граната. А, ящик, который закрыт, точно. Дробовик. Отлично. Чик. Вот теперь игра пойдет нормально. Теперь зелененькая. Далее мы сейчас идем. Пончики. Обычный замок, мимо пончиков прямо, и потом можно... Тихо. Да, можно сохраниться. Я понимаю то, что это на ранг влияет, но... Я как бы не на ранг играю. Ага. Успокоился. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, от этого как бы проблем не будет. Где патроны-то? А, да? Порох. Да. А, тут бочка была. Ё-моё. Можно было в бочку. Ну, давай в бочку. Иди сюда. Иди сюда. Да-да-да. Вот сюда, вот прям. Ну, чё ж я так шатаю-то? Иди сюда, говорю, ты. Опа, всё, хорошо. Так, по поводу ящика. Здесь он вроде был, но вроде как он... А, это ящик?
Серьезно? Так это, наверное, надо вот так делать, да? Я не могу его это, да? Мне его девать некуда. Придется вот так сделать. А ведь еще где-то другой ящик был. Помните? Где-то был. Сейф. Станция метро. Ящик. Ха. Да ладно. А как нам обратно попасть? Че, серьезно, что ли? Я вот так вот ящик профукал. Не может такого быть. Я не верю. Я не верю. Прикинь, вывалился из машины. Дурной. Успокойся. В машине же явно что-то есть. Ну. Так, здесь закрыто. А, здесь так просто не пройдешь. Еще один. Четко. В смысле? Он же все, без башки, ты че? Ты давай это. Без шуточек. Ага. Я мимо него не пройду, поэтому вот так сделаем. Так. Что я тут хотел сделать? Я тут хотел вот это сделать. Красная. Красная плюс зеленая, она жесткая, по-моему. Максимально жесткая. Z плюс K. Полностью восстанавливает запас здоровья. О! Вот это я понимаю. Так. А кусачки-то еще нужны тут нам вообще? Тут замок. Автосервис. Нам, короче, туда надо идти. Так, друзья, ну на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.